Здравствуйте, сегодня я хотел бы вам показать Bluetooth гарнитуру Samsung HM120. Вот как она выглядит. Довольно-таки маленькая. Не то что сказать, не видно в ухе, но у нее маленькие габариты. Вот так. Я этой гарнитурой уже пользуюсь где-то полгода, и у меня только одно нарекание за это время появилось, что когда я разговариваю с собеседником, бывает, он меня не слышит. Ну, это как в обычных телефонах, все от ветра. То есть эта проблема возникает и в телефонах, и в любых Bluetooth-гарнитурах. Ну, как это выглядит гарнитура? Значит, душка, как обычно. Она идет вот такая, да? Она что гибкая, и за счет этого на ухе не ощущается того, что что-то у вас, как вам сказать, воткнуто в ваше ухо. То есть вы не чувствуете гарнитуру. Получается динамик, мне нравится, что он сделан вот по такому принципу, и если он немножко засорился, то вот вы снимаете вот эту резиночку и просто взяли, провели пальцем или тряпочкой, ну или щеточкой, и все, нету там грязи никакой либо, и заново надели резиночку. Так, конструкция довольно-таки крепкая, эта гарнитура у меня падала, выдержала и работает так же, как и работала до падения. Она работает где-то день, два, три, в зависимости, как вы используете, и еще в зависимости, в какую пару года. Вот так. Ну вот, что в этой гарнитуре есть? Индикатор, как вы видите. То есть, если индикатор горит синим при разговоре, ну или при включенном режиме, то гарнитура заряжена. Если она начинает мигать красным, то уже надо будет заряжать батарейку. Вот что мне нравится в этих гарнитурах, не нравится, это то, что нельзя поменять батарейку. Хотя, может, с одной стороны логично, а с другой не очень. Так, пройдемся по кнопкам управления. Это кнопка для включения гарнитуры, это прием вызова. Ну, в основном я пользуюсь как прием вызова, там было очень много разных функций по этой кнопке, но в основном людям надо, чтобы просто принять звонок, и все. Вот тут клавиши громкости. Но эти клавиши громкости не только управляют громкостью, а если вы их зажмете их одновременно и немного подержите, то отключится вот этот вот индикатор и не будет просто гореть, а гарнитура будет работать. И вот micro-USB зарядка, стандарт. Там еще и шла стандартная зарядка Samsung, обычная micro-USB. Вот так. Ну и сам микрофон. Вот так. Она работает довольно-таки хорошо. И насчет пререканий в работе я не заметил, чтобы там она не подключалась к моему телефону. Все подключается быстро. Вот так. Да. Могу показать, как выглядит зарядка, но она довольно-таки простая и стандартна. Сейчас. Ну, она выглядит вот так. Samsung. Micro-USB выход. Вот он такой. Вставляете и все. Заряжаете. Время зарядки этой гарнитуры где-то 2-3 часа. Но ее нежелательно ставить на ночь. Где-то, если она разрядилась, то ее можно поставить там перед сном или днем желательно. Чтобы вы
Там заметили, вот что она зарядилась и быстренько отключили. Вот так. Гарнитура довольно-таки надежная, то есть это не китайская. Я покупал ее за 300 тысяч, и она свои деньги отработает. Все, до свидания, спасибо за просмотр.